Привет всем! В этом видео я буду разбирать фигуру треугольник и полностью для вас прокомментирую все нюансы своей торговли. Смотрите, у нас здесь нисходящий тренд, есть сильный уровень сопротивления и у нас восходящий треугольник. Если у нас треугольник восходящий, значит мы будем заключать сделки строго на повышение. Фигура треугольник – это фигура разворота. Здесь у нас уровень сопротивления и восходящий уровень поддержки, значит мы заключаем сделки на повышение от просадки. Если у нас уровень сопротивления нисходящий, значит мы заключаем сделки на понижение от пика. Пик – это верхняя точка, просадка – это нижняя точка. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет очень полезно и информативно. Итак, я в два раза ускорю видео, смотрите. Точка входа сейчас неподходящая. Нам нужно дождаться подходящей точки для входа. И нужно зайти нам на развороте. Цена идет вниз, смотрите. Разворота нет. Вот, вроде бы разворот, да. Корректирую уровень поддержки. И заключаю сделку на повышение. Цена продолжает идти вниз. Это фейковый разворот. Такое случается, видите, даже у меня. Опять корректирую уровень поддержки. И опять заключаю две сделки на повышение. Люди спрашивают, как дождаться правильного разворота. Никак. Это все придет к вам с опытом. Видите, цена продолжает идти вниз. Сделки уходят в минус. Видим, да, какой сильный уровень сопротивления. 5 точек. Разворота пока нет. Что такое разворот? Это участок на графике, когда цена начинает разворачиваться, когда цена начинает идти в другую сторону. Ничего страшного, ожидаем. Вот, подкорректировал уровень поддержки. Вы должны потратить 80% на анализ и только 20% на саму торговлю. Анализируем, ждем. Видите, здесь я уже... Вот, вот, пошел разворот. И я успеваю заключить сделки. Здесь не нужно спешить, здесь нужно быть осторожным. Заключаю на 2 минуты. Потому что я ожидаю маленькую коррекцию. Вот она. И выставил еще на 1 минуту, чтобы добить догонами. И вот в этой позиции я добиваю догонами. На 1 минуту, видите, и все сделки закроются в одно время. Опасная очень ситуация. Но все отлично. Фигура треугольник срабатывает. Все сделки закрываются в плюс. Опять цена подходит к уровню сопротивления. И пробивает этот уровень. Так, пару минут спустя продолжаем работать с этим треугольником. Цена возвращается, цена опять идет к уровню поддержки. Главное, чтобы точка входа была выше предыдущей. Это очень важно при восходящем треугольнике. Видите, я здесь жду, я ничего не заключаю, потому что мне нужно дождаться разворота. Нужно дождаться хорошей точки для входа. Выставляю 2 минуты. Вроде бы нормальный разворот.
вроде бы уже начинает идти затухание. Видите, цена уже дальше не хочет идти. Уровень поддержки сохраняется. Вот, я хотел вам нарисовать уровень. Ниже которого цена не должна опуститься. Вот этот уровень. Все, видите, цена притормозила. Отличная ситуация. Вот, начинается разворот, и я заключаю сделки на повышение. Опять же, дождался, видите? Дождался разворота и зашел на повышение. Все. И вот наш треугольник продолжает работать. Все шикарно, все отлично. Опять же, 80% вы должны потратить на анализ. Никуда не спешите. Здесь не нужно никуда спешить. Не жадничайте. Также здесь я себе поставил лимит в 2 серии. Когда я садился записывать это видео, у меня был лимит 2 серии сделок. Неважно, какие они будут. Или плюс, или минус, это неважно. Заключили 2 серии, ушли. Строго по одной фигуре. Видите, я не распыляюсь, я не торгую там по разным ситуациям. Я нашел одну фигуру, четко ее проанализировал и заработал. Перенимайте весь мой опыт. Так что тренируйте свою силу воли. Не давайте эмоциям взять над вами вверх. У вас есть цель. Строго 2 серии. Заработали, ушли. Потеряли, ушли. Это как, блин, поход в супермаркет. У вас есть цель купить бутылку пива. И все. Вы идете и покупаете только бутылку пива, а не всякую там закуску. Потому что у вас была цель. Только бутылка пива. А маркетологи хотят вызвать у вас эмоции. Они специально так расставляют продукты, чтобы вы еще что-то купили. Так же и в рынке. У вас есть цель. Но эмоции вам будут мешать, потому что вы хотите отбить или вы хотите еще больше заработать. Так делать не нужно. Еще люди говорят, а как это нам поможет, если мы будем ставить эти лимиты? Поверьте, это сильно вам поможет. У вас будет дисциплина, и вы будете сконцентрированы только на результате. Это очень важно. Просто попробуйте. Это очень тяжело, кстати, сделать. Смотрите, за 10 минут 30 тысяч рублей, хороший результат. Часовой пояс у меня плюс 2. Я сейчас в Амстердаме, но у меня на Маке стоит всегда один часовой пояс, это плюс 2. Так что проверяйте все сделки у себя. Так, еще хотел бы сказать пару слов о закрытой группе. Чем больше я работаю с сигналами, тем больше понимаю, чего не хватает людям. Смотрите, хотел бы вам показать один денек, это 22 число. Вот, смотрите. Итак, как начался наш день? 22 июня, вот, 17:20, отличный сигнал, первый сигнал, треугольник у всех плюс, следующий сигнал у всех плюс, дальше. Сигнал сорвался, минус. Следующий сигнал опять минус. Видите, два минуса. Такое бывает. И здесь люди потеряли депозит. Скажите, как можно здесь слить депозит? Как можно слить депозит по двум сигналам? Люди вообще не знают, что такое money management. Смотрите дальше. Следующий сигнал треугольник плюс. Следующий сигнал плюс. И последний сигнал 22-го тоже шикарный плюс. Просто пушка. Где бы вы ни зашли, были бы в плюсе. Но у людей уже здесь не осталось денег, чтобы заработать, понимаете? Люди вообще не умеют распоряжаться депозитом. Так что я буду давать на это упор. И я понимаю, что мне нужно записывать видео про money management, потому что это очень важно. Люди заходят и валят по 50% от своего депозита на одну сделку. Ну вот, две сделки и слили весь депозит. Народ, так делать нельзя. Еще в закрытой группе я учу людей самостоятельно искать сигналы. Это недавно я начал так делать, потому что люди мне пишут, все классно, мы зарабатываем по твоим сигналам, но я хочу торговать сам, а сам торговать боюсь. Я только жду твоих сигналов, потому что у меня нет уверенности. С этим нужно бороться. И теперь я буду учить людей вот самостоятельно искать сигналы. Сначала я буду подсказывать уровни, потом я буду подсказывать валютные пары, и постепенно, я думаю, люди будут учиться самостоятельно зарабатывать. Так что добро пожаловать в мою бесплатную группу по сигналам. Первая ссылка в описании. Также вы можете посмотреть статистику моих сигналов. Этот канал в Телеграме, где я сейчас нахожусь, это вторая ссылка в описании. Он открыт абсолютно для всех.
Подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь в Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. Я думаю, это видео для вас было реально полезным, информативным. Всем удачной торговли, пока!